Тяга, блядь, ебаный, блядь. Так, друзья, доброе утро всем. Короче, сегодня у нас тренировка спины. Вот, что я хотел сказать. Сейчас утро. Сейчас вам покажу. Сейчас темно еще. Все холодно, морозит. Это силы дают. Так, короче, у меня сейчас совсем так. Видимо, сядочку. Вот такую. Вот овсянка. С медом. Сядете и еду тренить. У нас осталась неделя последняя. Тренировочная до соревнований. Вот. Эту неделю надо сейчас пахивать, а следующую чисто отдыхаем. Вот так вот. Проходящий 120 на раз пошло, на раз я сделал, потом я сбросил это все дело, сделал проходку 110 по два раза, 4 подхода, все отлично. Соревнования мне со следующих воскресенье, то есть у меня в понедельник, то есть неделя, и, короче, у нас осталось полторы недели, потому что надо подготовиться. Вот. Сейчас я вот бегаю кардио, надо не сдаваться, брать себя в руки и работать над собой. Уже никогда не сдавайся. Если ты решил побегать с утра или сделать кардио, иди. Не сомневайся, да, это тяжело. Ты там говоришь, ой, да ну нафиг вставать, это все. Но это работа над собой. Ты станешь раз, ты станешь два, это уже тебе будет в привычку, ты будешь становиться лучше. Не надо останавливаться, жить тем днем, в котором ты живешь, который день делает лучше, и не развиваться в этом направлении, потому что жизнь у нас одна. Время идет, а потом время никого не щадит. Поэтому я советую вам лучше начинать свою жизнь по-другому. С сегодняшнего дня менять все, в своих интересах, в своих планах, в своих целях и работать над собой. Это главный успех. Потому что работа над собой ставит какой-то сильный человек, перейдет выше всего. Поэтому, друзья, подпишитесь, поставьте лайки мне. Не забывайте комментарии, потому что это очень важно. Я хочу набрать больше аудитории, чтобы я был мотиватором для вас, чтобы я показывал пример, что я делаю каждый день. Ну, короче, я работаю над собой, я показываю это вам. Я хочу, чтобы вы тоже были мотивированы, чтобы я был вашим мотиватором. И вы никогда не опускали руки и работали. Даже что-то у вас болит, какие-то проблемы.
не забывайте, что превыше всего есть вы и ваша семья. И работа над собой. Так что погнали. Вот я, кстати, бегу уже. Сколько? 7 минут в большом темпе. Вот остановился 5 секунд, 7:30. На 7 минут в большом темпе бежал. Меня никто не принуждает бегать. Я сам молюсь за себя. Потому что я понимаю, что как бы работа над собой — это 100% результат потом в будущем. Вот, я вам хочу сказать, друзья, чтобы каждый день, что вы делаете, каждый миг, что вы проживаете, если вы действуете, у вас все получится, и надо сдаваться. Но почему ты не можешь прийти на полчаса кардио, покрутить педали, чуть думать с хорошим настроением, с позитивным, лучшим мыслью? И теперь, почему останавливаетесь, друзья? И, ну, я рекомендую это тем, кто реально хочет повысить свой уровень, свою уверенность, уровень уверенности и двигаться дальше. Потому что нет ничего невозможного. Да, я сейчас там, а может, некрасиво там, может, вам рассказываю, может, я там как-то речь неправильно вам говорю. Но в дальнейшем, когда через год, через два вы посмотрите видео, которые у меня будут видео, другие, вы увидите разницу, насколько я поменялся, насколько лучше стал, насколько у меня лучше контент стал. Поэтому я вам говорю, друзья, давайте работать вместе, пишите свои комментарии, лайки, и мы добьемся вместе, потому что работа над собой, работа над своими мыслями, работа над своими чувствами, эмоциями, действиями приведет вам к успеху. Друзья, сейчас отснимаю тренировку. У нас сегодня спина и грудь вчера была, сегодня спина. Планирую 170 выжать. Ну, не знаю, какая там постанова у меня будет, техники. Но 160 возьму налегке. Вот. А 170 планирую, потому что 160 последний раз было на 2, по-моему, раза или на 1. Вот. Я думаю, что силы растут, поэтому надо пробовать больше. Вот. Так что сейчас иду на тренировку, буду рвать и показывать. Never gonna stop, never gonna stop. Going to the top, Kobe with the shot. Cooking like a pot, yeah, that shit is hot. Popping like a kernel, I was never taught. CBA, never say, I've been on my grind for 7 days. Need a raise, swear to God, I'll never be the same. TBH, TBH, yeah. Never gonna stop, never gonna stop. Going to the top, Kobe with the shot. Cooking like a pot, yeah, that shit is hot. Popping like a kernel, I was never taught. CBA, never say, I've been on my grind for 7 days. Need a raise, swear to God, I'll never be the same. TBH, Друзья, у меня последняя неделя тренировочная. Получается, тренировки на следующей неделе у меня не будет. У меня соревнования на следующей неделе уже, все. То есть вчера была тренировка, сегодня спина, вчера грудные, были, завтра опять тренировка, последние грудные, и все. Я отдыхаю, вот, до соревнований ничего не делаю. Насчет тренировок, насчет питания, пишите в Инстаграм, пишите в Фейсбук, пишите мне, пишите комментарии, кто бы хотел программу там тренировок, программу питания, я вас приведу в форму, я сделаю вас сильнее, накачаем банки вместе. Никогда не стесняйтесь, не тревожьтесь, работайте над собой, обращайтесь, помогу вам в любой вопрос, вообще помогу вам, чем смогу, тем, что я знаю, которые владею информацией, вам помогу максимально. Также хотел бы, чтобы каждый человек, кто на меня смотрит, подписывался, не забыл ставить лайки. Я этим благодарен. Я благодарен тем людям, которые мне помогают,
которые реально не хейтят, которые идут со мной, не хотят нам показаться умными или сильными, или там унизить меня. Я им благодарен. Были приемы пищи. У меня сейчас эта неделя разгрузочная, очень жестко разгрузочный день, разгрузочная неделя, потому что у меня сейчас, я сливаю воду, я жестко сейчас сушусь, сливаю воду, следующая неделя у меня до весов будет вообще слив воды, и потом на соревнования будет день, когда я буду набирать массу. Сейчас я хочу 5-6 килограмм слить, чтобы мне дали весовую категорию, которую я хочу, и потом уже в день соревнований жестко загрузиться и показать вам то, что я вот добился. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мне очень важно, потому что я стараюсь для нашего контента, для нашего канала развиваюсь в этом плане, потому что мне очень нравится это делать. Снимаю это для вас. У меня новый стиль, у меня новый лук. Я себе буду ходить с очками. Вот. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте, пожалуйста, свои лайки, комментарии. Я очень рад, что вы со мной. И до скорой встречи.